Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем матчи между командами GoGoGoGo и eSports Dota. Затем два бана от GoGo, это Viper и Venomancer. Боятся, наверное, будут пикать Эмбер Спирита какого-то. Ребята из eSports уже забрали инвокера себе ферст пиком. Ну, будет это Эмбер Спирит, не будет, я не знаю. Но похоже на Эмбер Спирита. Или темпларку, вот как. Висп. Есть, наверное, наигранная какая-то страта у ребят из GoGo. Висп, Абадон, вот как. Два бана, которые заставляют уже задуматься, чего же они могут сделать. 10 seconds remember. Ну и задумался капитан команды eSports над вторым пиком. Команда GoGo быстро сделала пики. Скорее всего, это какая-то наигранная страта у ребят. Потому что бан на такие вайперы и на мансера, которые очень больно бьют по виспу. Просто убивают его. Ну, посмотрим, что придумает Филиус Дэй. Ну, это Ликантроп. Еще одна игра. Думаю, инвокер, Ликантроп с пуш потенциалом. Ребят. Не банят сразу же чего снайта. Не банят пока Тини. Думаю, сейчас забанят Тини. Потому что трипла Тини Абадон и Висп очень сильно будет. И отхиливать Тини будут как можно. Ну и Тини Висп это стандартная, дефолтная набла, которая может делать очень серьезные вещи. Бан Тини. Ну, GoGo банят Фуриона. Забанят, думаю, какой-нибудь Чурас, что там. Или Дазла, может быть. Ну, в основном, как я вот смотрел игр, сколько берут под Люкана Раст. Вот в прошлой игре была у нас Раста, но они не смогли ничего сделать своим пушем. Если ты берешь пуш, ты должен идти и сразу же сносить лавела. Ой, тавера. Говорился. Сносить тавера, до 20 минуты ты должен идти и сносить их очень быстро. А если ты берешь пуш и ты там сносишь же 2 тавера за 20 минут, то твой пуш превращается в ничто потом. Потому что ребята берут лейты, а в лейте твой пуш проигрывает. Мы забанили Пугну. Ребята из GoGo боятся Пугну все-таки, а не Раста.
Вот как лич залетает от гоу-гоу, от гоу-револвера. Лич. А теперь непонятно, скорее всего, это какой-нибудь лич фарзлайн. Это не суппорт лич. Может и медовый быть лич. Против инвокера. Ну, такое. Скорее всего, это хардлайн. Ну и дазл, как я, собственно, и говорил, что ему можно его забанить. Но он залетает пик под Люкана. Очень хорошо, дазл под пуш, отлично. Еще дума берут. Ребята из GoGo. Куда этот дум фармить? В легкую. С виспом и абадоном. Ну не знаю, не знаю. Запутанный пик у ребят из GoGo. Ну и спортсов более все понятно. Там инвокер мид, там дазл Люкан в легкую, скорее всего. Ну и задумался. Капитан команды eSports. Кого же взять сейчас? Суппорта или хардлайна? Думаю, суппорт будет какой-то раста под пуш. Скорее всего. Пока что он берет кентавра. Хардлайн. Потому что что кентавра сделать? Нету направленного стана, ребята. Кентавр там будет... Даже вообще никакого стана нету. Там замедло, замедло. Дум там бегает, горит, да и все. Кентавр будет чувствовать ли на харде. Хорошо, думаю. Ну и последние баны в этой игре. Команды eSport не хватает суппорта. GoGo я вообще не знаю, кого там не хватает. Скорее всего, мидера. По-хорошему. Юзраптора забанили. А вот кому кого забанить eSports, тут загадка. Вот именно мидера. Или кого еще тут можно. Вообще непонятно, что тут. Скорее всего, это будет мидер. Брюмастера забанили. Решили так. То, что могут взять и брюмастера. Агрессивный пик у eSports. Будут они сразу драться. Пушить драться. Пушить драться. Ну и last pick от GoGo. Это Зевс в мид. Вот это да. Зевс в мид. Когда такое последний раз было? Я уже и не помню. То, что Зевса пикали на мид. Турнирных играх. Посмотрим. Интересно. Значит, теперь все понятно. Лечит в хардлайн. Висп, Абадон и Дум идут в легкую. А Зевс идет на мид. Ну а здесь, ребят, инвокер идет в мид. Кентавр. Хардлайн. И дабла дазл. И Ликан идет в легкую. И энчантрес в лес.
Ну и кто на ком играет? Филиус Дэй играет на Enchantress, Шедеш в СНК играет на Кентавре, Ноунейм играет на Ликане, Чешн Мастер играет на Дазле и Модиш играет на Инвокере. Дил Виз Ит играет на Абадоне, Дрю играет на Личи. Go Revolver играет на Виспе, Мейт играет на Думе и Меджуста играет на Лесе. Вот как, даже я почему-то не подумал об этом. Таблами пошли ребята. Висп Висп с Абадоном наиграно, наверное, трипла дабла, то есть. И Лич с Думом. Лич сразу побежал, забанил все споты. Этот спот Чен забанил. Этот просто на отвод забанил. Сразу же расставили варды. Ребята идут по своим линиям. Левс на фаст ботл. А нет, не на фаст ботл. Запулили вот это. Укен Тауэр. Харди, инвокер в миде. Ну и дабла и четверс внизу. В лесу. Ну не знаю, тяжело, наверное, думаю, тут будет фармить, хотя Лич будет по КД вообще раз захавал крипа, по КД будет хавать крипов, линия будет постоянно к ним пушиться. И думаю, ну да, ничего сложного, думаю, будет стоять. Энчантер спалил, то, что тут забанен отвод. А, Инокер забыл руны. Ой. Ну да, я сферы забыл, что ли, прокачать. Вот это да. Ну, даблами могут много вывести. Зато получит левел Кентавр. Дабла это ему ничего не делает, так понапрягает, подочкует там висп, а что висп сделает. Кентавру ничего, и сам только если умрет от его пассивки. Что-то рисует. Чат говорит, я возьму крипа, приду, а крипов нету нигде. Здесь волки, здесь урса. Ну, урсу еще можно выйти и что-то сделать. Ну нету. Что ты делаешь с урсой? Замедлишь. Там таймскиллом тоже замедлишь. Тут дазл там хилит, замедляет. А стана нету. Пока что напрягает. А где Дум? Дум ушел в лес. О как. Пошел хавать крипа. Так. Решил волка. Волк не нужен ему. Ну вот, может он сову ищет. Нашел сову. Нет, не сову. А что он ищет? Я не пойму, что он ищет. Ходит тут, ходит. Захавал какого-то крипа. Стрёмного. Чтобы быстрее бегать, да? 324 скорость будет у него постоянно. Вот это Дум. Ходит, экспу теряет. Тем временем Лич уже третьего левела. Ликан тоже третьего. Да, тоже. Отдавал ему экспу. Кентара тоже третьего левела, тут ребята второго. В миде пока 9-2 у Инвокера, 5-1 у Зевса. Уже с форспиритом фармит Инвокер. Ну и Энча взяла Урсу и Кентара и бегает по лесу тоже фармит. Есть базилка уже. У Ликана выключенная. Но линия все равно будет пушиться. Вот пришел Дум, который очень быстро бегает. Ходил полгода где-то, искал этого крипа. Я не знаю, как он ему поможет. Будет убегать хоть. Да и так Дума побежал за счет второго скилла. Он даже больно тачкует Дума. Так, поймали Кентавра. Абадон. Ну как поймали, побили просто.
Ну, Корея, потом это будет очень интересно, это очень классная штука через пассивку. Будет бегать просто как самолет, уже 414 скорость у него. Пока что фарм у него 14 на 0, неплохо. Здесь Зевса харастинул, если же у Зевса ботл. Который он сейчас будет обузить. Ему только через ботла будет так, зацепили кентавра, бегут до конца, но кентавр очень жирный, щитком, до конца, Абадон, висп, до конца, висп, 5 залетает, и еще тычка будет, нет, видит First Blood, кентавр, вот это да, хорош, вот хорошо. Тут тоже драка внизу, убили Дума, ой, я залагал, убили Дума, преследует. А, не, какой-то. Преследует Лича, но не преследует. Ну и ФБ еще кентавр забрал на харде, сразу же покупает себе транквилы. Мигает на то, что майку, то, что тут варда. Тут варда нет, он повыше стоит. Так, напали на ликана. Погоня за ликаном, нет второго скилла дома. Лич, перхил, минус ликан, хорошо. Ну, Лич уже 6-го левела, на 4-й это минус, есть сапог у него, транквилы будет делать. Уже сделал. Ну, Лич уже с чайником может что-то делать. 6-й левел у Зевса, у Инвокера тоже 6-й, центре 2-го левела. Зевс ультует. Дум, убили Дазла. А вот он и Зевс. С ультой-то. Ну, Зевс сам. Через холдснайп, если он трек. Умер. Кент прожимает ульт, чтобы выжить. Как Висп хорошо тли... Ой-ой-ой. Залетел один раз. Дабл Эйдж, и Висп чуть не сдох. Будут до конца. Нет, не хотят. Будут, конечно, с щитком. Еще до конца. А первый скилл? А, нет, без первого скилла. Был бы сейчас первый скилл Абадона, он бы убил, но он через вторую третью качается. Лич принес себе транквилы. Думаю, имеет 900 голды и больше ничего. Брейсер еще. Лев, сапог, ботл. Кентавр имеет 18 крипов в харде, как и Абадон. Неплохо. Весь пошел на базу. Есть у него 5 левел, скоро будет репликейт, и я не знаю, с кем он будет летать, с этим репликейтом. Ликан. Забрали. Чайник залетел. Подумал, будет летать. По ликану летает чайник. Ну, тут сейва куча. Так, энчатры. Свет сказала, Дум бежит, бежит. Дум. Ну, выживет Дум. Ну, есть время. Забрали чай. Чайник просто так залетел и... У Викана появляется Владимир. Кольцо не там купил. Теперь купит заново. Седьмой левел кентавр. Раз. Дабл эйдж. Удар. И еще удар. Да, седьмой левел кентавра замахнен дабл эйдж, который бьет 400 урона. У виспа всего там 720 здоровья. Еще двух перчаток вот этих. Ну, с одной броней. Пол хп этим дабл эйджем снесет. Он стоит просто левел, получает. А Махер имеет 1800, будет, наверное, делать медас какой-то. Висп ходит, бродит, морды расставляет. Они расставляют, так, драка внизу. Дом, убили Ликана, убили Дазла, погоня. Лич, прилетает сюда Висп. Ой-ой-ой, хорошо, как забирают, минус 3 делать на боте. Команда GGGG. Хорошо, Кент заюзал ульт. И убивает Абадона под вышкой. И выживет Кент? Нет, нет, не выживет. Кент разменялся с Абадоном. Дум сразу решил выйти барабан, с сапогом барабана.
Нет, инвокер подумал, зачем тут медас, соберу-ка я некрас сразу. Значит, будут бы сейчас скоро пушить, как будто у инвокеров вторые форжи. Они уже есть. А нет, нету. Еще один раз качану этот экзорт, и будут форжи. Так, энчантрес. Третьего левела энчантрес. Четвертый левел дазл. Маленький левел саппортов. Инвокер топ-1 пока. Что как и ожидалось. На карте по крипстату. Ну, а потом пока собрал только фейзды. Кентавр, да, играющий долго, 1000. Но зато он имеет 8-й левел. Это он больно очень бьет. Есть инфа. То, что тут кентавр. Взяла совуху. Кентавр прорезал ульту. Бежит за Думом, нападает на Дума. Дазл, чайник полетел. Волки бьют Дума. Чайник возвращается. Еще ультанул. Лич ультанул кентавры. Волки. Инчатр тычка. Все, да волки ликан. Ну добила. Ультом Зевса. Ликана добила. Стоит Зевс на миде, да, получает 8-й левел, да? На потом все вспомнил, забрали кентавр. Молодцы. Сейчас соберут уже урну. Висп. И будут ребята вышку сейчас пушить. По почти 8-й левел. Мокер собрал первый некран на 10-й минуте. Зевс пока ничего, арканы ботл. Не пойдет Зевс гангать, не пойдет, не знаю. Не спауры, ой, ой, спау. Личер, 9-й левел на этой карте. Так. Спрятались. Дум обходит. А, палят волки, все, движуха тут уже. Зевс пришел, да, давайте спрячемся. Зевс краще сейчас будет ульт. Ну, Окер тоже пришел вниз. Лича чайника, по-моему, нет. Не, нет, обходят. Ульт, кентавр. Бьют лича. Минус лич мгновенный. Будет, не будет, да, будет, конечно. Также и нападает на Дума, но Дум на этой как бы хосте какой-то санстрайк. Дума не пробивает, волк за Думом. Форма. Работает еще. Дум. Дум бежит, волк за ним. Вот это скоростной Дум. Дум на развороте. Дабл килл от ликана. Но тут визм бежит и улетел. Зевс связал хосту и убил. Буйство еще ликана. В это время кентавр тут фармит даггер свой. Водон. До конца. Тут ребята уже пушируют. С ничой. С форжами, с некрами. Т2 тавер, Т1 тавер снесли, пока там ликан бегал за этим, как в этом, думом. Скоро будут уже вторые некромы инвокера. Бадон. Соло убил кентавра. Тут бежит он. Прибежал от волков, тут чувиз, прибежал к нему на помощь. А оказывается, сейчас сам пострадает, но сейчас будет уже форма у ликана, он будет за ним бежать. Хотя тут и волками может добить. Бедный виз. Он завязал форму. Очередной, наверное, третий уже дабл килл от ликана. Или четвертый. Что у нас там по графикам? По графикам. Ну, чуть-чуть впереди 3G. По голден все на 500. Ну, а по XP
просаженный житель на 1000 с чем-то. Дом. Дал дом. Налазло. Не знаю зачем, он тут просто один. Така, на дома. Дом просто как вертолет бегает. Вот это ульта Левса, все очень питы. Абадон бежит за ликаном. Чайник залетел. По всем подряд и по крипам, и по фаржам. Это потом и увез его вид. Но сделали минус 3. Убили ликана, убили кентавра, убили инвокера. Замечательно, кто там их легко убивал-то. Зевса убил Энчатрес. Тычка. Еще тычка с волками, с некрами. Раз. Еще. Еще одну. Оп. Раз, минус раз. Но тут лич сильный. Минус броня была, но все равно лич сильный. С первого ударил бедную ничью. И сразу же купил себе меху. Лич бегает. А щиток ты ему, братан, не хочешь дать? Не, не хочу. Не, зачем ты нужен? Умри я от санстрайка. Классный тимплей у этих ребят. Потом сразу же в Аганим выходит. Аганим крутая штука Абадона. Дом с барабанами, он только любит быстро бегать. Если еще Фейс сейчас соберет и будет очень быстро бегать. Только бегать он, наверное, и умеет. Ликан пошел фармить наконец-таки первый некро. На легкой. Пока что по таврам ни одной уже GGG и один Т1 тавр на боте. У 3G. Ну и есть мека у лича, собираются ребята. Нокер вот спушил. Т1 в миде, и у него есть деньги на третий некра. А ребята из GGG собираются пушить. Т1 на топе очередной дум от дума. Не знаю зачем, нечем вот так есть. Раз, минус раз, минус два мгновенно. Лес потратил на эту льту, но минус два сделали. Будет забирать тавр. А тут Люкан уже снес Т2 тавр, и Нокер прессует Т2 тавр и пол тавра снес. Люкан заходит на Т3, ему никто не мешает. Он делает наконец-таки ТП. Думал, что, а что думал делать? Развернись, ты убью, а уже все тут. Значит, не убьет. Потом добил этот тавр. Раз. Раз, два, все. Минус Зевс. Минус Зевс, минус Т2 тавр. В миде, получается, разменяли один Т1 тавр на Т2. Два тавра. Видит Абадона. Ну и у него есть ульта, будет убить больно. Абадон, щит. Еще тычка, включится ульта. И он уходит. Бегает Абадон. Гентавр купил Сетайр на 16 минуте. Сразу две. Вторые некра купил Ликан. А у Макро уже есть третий некра. А сейчас пуш очень быстрый будет. Посмотрим, как отдыхается команды. Команды тьмы. Вис, что-то он забыл, то есть вообще умрет. Увидит дазл. На вот этом классном варде. Ап, кентавр. Промазал стана. Вис полетает. Ну такое. Так. Все, прилетели некра. Одному прилетели некра, второму. Заходит толпа, ликан. Уль, Зевс сделал, чайник полетел просто вот. До ликана летит чайник, вот к нему прилетел. Больно очень кентавра, минус кентавр. Бежали. Абадон очень на 514 скорости бежит. За энчантед, да, за почему не уходит. Надо ему уходить на ТП. Чего он ждет? Побегать что-то решил? А во, решил все сделать ТП. Ликан, ну, подрались. Хорошо, потеряли тавр, конечно, там этих техников, форжей там, гонялись. А потом уже есть деньги на Аганим. Купил он себе Аганим. Так, вид. А хоста? Хоста не нужно, да? Пусть валяется-то, чё?
Нафармил Абадон. процентов урона, который получат союзники в радиусе 900 от Абадона. Абадон все переведет в своей жизни. У тебя, по-моему, в курице некра 3 левела. Лекану показывает план капкан. Да, очень далеко идти еще и на какого-то Абадона. Много купил себе травула. Заходит на Рошана. Думает, да, спалил эту движуху весь. Сейчас будет С5 туда послать. Увидит то, что там бьет Рошана. Так, кентавр на Веспа. Бьет Веспа. Больно, больно, больно. Он тут один, все, минус весь. Чайник полетел. Все, чайник по двоим. И все. Люкан. Завязал некров, завязал. Все, чего только можно. Кен, какой врыв хороший, минус 2 сразу мгновенный. Абадон. Бежит за Энчантрес. Энчантрес заденайли. Минус 4. Абадона бьют, бьют. Он хилится, все хилится, все хилится. В другую сторону побежал Абадон. Умер Абадон. Танковал, танковал. Как-то Висп прибежал, один отдался. Потом Кентавра, отличный врыв Кентавра. По двоим, и мгновенный там минус. Балласт от Энвокера. Отлично. Сегодня как-то травла не принесли все и заходят на Т3. Вылетел кто-то. Зевс вылетел. Вот GGG. Кентавр. Врыв на Веспа. Дабл или будет? Да, будет. И убила кента. Ну и убила Веспа. Да уже Дум воскрес. Почему они не уходят? Дум. Бежит ему пофиг. У него очень быстрая скорость. 510. 522. Побежал. Все. Бежит Дум. Минус дазл. Ну, Т3 Тауэр снесли. И посмотрим, что у нас по графикам из этих товаров. Ну, в опыте в нуле. А вот в голде уже преимущество 12, ой, извините, 12, 8 тысяч по голде. Это за счет товаров, потому что они спушили все товара, еще плюс Т3 товара. А GGG спушили только один Т1 на топе. Так, погоня за Ликана, но он на ульте уходит. Так, Ликан, завязал Ликана. Так, кентавр, ульт. Минус дум мгновенно, тут залетает чайник, по всем летает, там убили Некра, чуть не сдохли все подряд. Чайник дальше летает, убивает уже кентавра, а тут Ликан дерется один, все закончится у него ульт. Дум повесили на Энчантрес. Так, Вист прилетел, умер от Некров, даблкил, а Абадон живой еще. Нет, у него льда, и тут Инвокер с бластом минус. А чё с Зевсом, не ждут его почему-то? Ну, не хотят, не ждут. Потому что, наверное, тут все ясно. Зевс ультанул. И опять Ликана нету, волков нету, а нет, вот его-то не есть. Нет Ликана, чтобы была дамага дополнительная. Ну, решают побить оранжевого барак. Тут пушится Т3 на миде. Играют Зевсом, пока он ливнул. Т3 на миде упал. Мокры пошли с дазлом вдвоем. А Грейфа нет, да, маны? Зачем Грейф? Тут летают. Чей Нокер уходит, по-моему, дагер, да, он купился, да, дагер уходит Нокер. Дом продолжает тянуться на скорости 510. Как просто торпеда какая-то летит и бежит. Выходит в керасу Дом. Дазл. Ульт от кентавра. Больно и Нокеру. Выживет. Так, Ликан пришел. Опять он завязал Некра, опять он пошел на толпу. Опять он сейчас будет толпой. Убили кого-то Некра. Так, кентавр. Минус Висп. Дазла убили, кентавр бегает, бегает, его очень больно бьет Абадон. Абадон убивает кентавра. Ликан тут все носится за Думом.
Одного петля 2-2, другого петля 2-2. Думаю, волки его догрызут. Как он быстро бегает, мои родные. Нет, не догрызли. Волки в итоге побегали. Ульт. Опа, ну какой санстрайк классный. Майбек, санстрайк, хорошо. Абаддон пошел в соло, он выиграл сюда. Притопышился. Начинает бить Абаддона, а Абаддон вообще пофиг. Но нет, не пофиг, нету маны. Закончилась мана Абаддона. Ну никак не сдаются. Ребята, есть команда GG. Нету хренжевого барака. Нету. Здесь нету милишного. Не, милиша тоже нет, Ринджова нет, милиша значит не будет. Я это ничего четвером, ничего забирает леса, который уже ливнул. Просто постреляв. Скоро у него будет уже агоним. И ликана опять нет. Как не могут зайти на ХГ с ликаном. Мы же, ребята, играют до конца. Ой, как больно, ничья набежит на ульте кентавра. Дум тут вообще как вертолет, я не знаю, самолет бежит, бежит за всеми подряд. Ой, че, хилится, хилится. Вот, видит, весь пятый раз. Один удар, Абаддона минус. Опять волк приходит, юзает ульту, опять в толпу, но тут же с инвокером, на которого вешается Дум. И ну... Так, Люкан. Почему он не бьет испа? Потому что она убивает всех. Ой, прилетел кентавр, отлично. Лич, минус, минус 3, минус 4. Минус 3 в этой драке. И GG пишет виспа. ГГВП. Выигрывает команда 3G Dota и выходит в финал фасткапа. Хорошая получилась игра. Вот он пуш. 25 минут. Нас мидер не окей. Понятно, вы его даже не ждали. До свидания, друзья. Смотрите мои стримы. Удачи вам.